Всем привет. Вот смотрите, мы тут решили наши банки тоже на выгонку поставить, которые были для теста культур. Я их проверял, живые они или не живые. Ну, в принципе, оказались, что они все у меня живые. Вот зимний опенок, например, он там под материалом покровным разросся, вон как интересно, видите. Так что, если бы мы вовремя успели, мы бы уже зимний опенок уже попробовали бы на вкус, что он из себя представляет. Вот. Но я думаю, это дело такое. Главное, чтобы культуры живые остались у меня. Теперь потихоньку мы их, что называется, применим. Ну вот смотрите, какие моменты обнаружились. Здесь у нас будут пакеты, конечно, за место банок. Вот. Все вообще супер получилось. Но вот единственное, некоторые ящики неформатные. Поэтому видите, как он здесь получился отверстие маленькое. Немножко пришлось с усилием банку запихнуть. Но они такие у нас в маленьком количестве, и мы их потом друг на друга составим рано или поздно. Это сейчас просто мы на пару, что называется, оценили всю прелесть данной кибаны. Вот. А представьте, вот это будут пакеты просто у нас стоять. Это будет офигительно круто, никаких полок делать не надо. Мы здесь все прям до потолка забьем, все, что можно. Красотища будет дичайшая. Вот. Ну и универсальность, опять же, полная в случае реализации того замысла, который у нас есть. И пакеты можно будет с мицелием делать, зерновые, лузговые, вперемешку и прочее, прочее. Выгонять грибы вот так же можно будет. Я считаю, это очень круто. Вот, а здесь сверху у нас будут другие всякие разные виды грибов. Ну, сейчас у нас тут рейши стоят, я просто вот как бы с ними химичил, и девять их больно-то некуда, поэтому дай, думаю, сюда отправлю, да и черт с ними, нужны-то они больно 100 лет. Там они мне точно не нужны, сейчас я здесь с них фильтры поснимаю, они хоть не до конца некоторые заросли, но и ладно, как говорится. Ничего с ними особо уже не случится. Вот, прикольно, зимний опенок, как травка такая выросла. Очень забавно. На вкус, наверное, дрянь, если вот так просто съесть. Хм, интересно. Вот собака у меня тут раз их прям так ела. В общем, я понять могу собаку в некотором роде. Такая хрустящая фиговинка. Как травушка, знаете, муравушка. Прям вот ее берешь. И вполне себе даже можно есть. Если мне не поплохеет в течение получаса, ну или с какого-то большего времени, то я вам об этом в следующем кино расскажу. Поплохело мне или нет. Вообще вкус, конечно, не для того, чтобы сырыми есть. Но если добавить какой-нибудь маринад, возможно. Но так, ребят, не ешьте. Ну, можно есть, да, вопросов нет. Что самое странное, удивительно. Никогда не думал. Сейчас вот напарник тоже набросится, скажет. О, лучок, лучок, как говорится, свежачок. Все стрескает. Ну, вообще, да, прикольно, кстати. Можно действительно есть сырым. Не об этом, конечно, хотел видео снять. Но уж, как говорится, раз пришла такая тема, очень интересно, в таком виде я грибы еще никогда не ел. Надо позвать напарника, пусть тоже пожует. Сейчас позову, е-мое. Давай, попробуй. Я вот ел, смотрю, никаких. Да, вот это, давай вот это раздербаним, уж раз уж начали. Если маринадик какой-нибудь добавить, типа соевого соуса там или еще какой-нибудь фигни, помариновать некоторое время, то вполне себе. Ничего не чувствуется? Ну ладно. Нет, ты. Ну, они хрустят, ты понял как, да? Как огурчики. Ну, в общем, ребят, вот такие вот дела у нас тут. Достаточно интересные мы сейчас тут деяния всякие творим. Давайте я вам уж как бы для затравочки покажу, что я там делаю. Вот. Опять кто-то мне скажет, что ой, зачем ты это делаешь? Вся фигня. Ребят, зачем? Что у меня есть свои замыслы, и я их осуществлю рано или поздно. Вот. 8 разных растворов намешал. Вот они находятся здесь. Точнее, получится 9. Потому что мед у меня здесь просто сам по себе. Но тут опять мухи с собакин. Вроде банки помыло, они тут же вот. Вернее, как-то почему-то не слились. Ну да, черт с ними, даже выбирать их отсюда не буду. Ну вот. Это сейчас не для того, тем более.
Вот, так что такие пироги. Вот придумал еще одну штуковину хитрую. Видите, какая? Это то ли от сладкой ваты, то ли от детского шарика, уж не знаю, от чего трубочка. Очень классный инструмент получился. Единственное, шприц я, конечно, побольше поставлю. И как раз мне эта штука пригодится для того, чтобы мицелли раскидывать в разные стороны. Вот, тут у меня тоже, что называется. Ну, здесь у меня холодный инкубатор. Здесь у меня плюс 19 всего. Он здесь такой же практически, как на улице, что называется. Здесь надо немножко подогрев поставить. У меня здесь как бы не рассчитано было под жидкий мицелий. Но тоже интересный, кстати, результат есть. Я вам расскажу. Вот смотрите. Вот у меня здесь зимний опенок плавает. Видите, как он прям буквально по полсантиметра дал. Ну, где-то так вот. Это был кусочек с этого поверхностный плавающий слой с лузгового отвара. Я так прикинул, что в принципе действительно сначала там заращивать, допустим, а потом уже брать отсюда материал, уж он прям достаточно эффективно получается. То есть, вот они у меня все начали расти. То есть, никаких таких проблем, какие-то переходные этапы здесь, ну, их нет просто-напросто. Единственное, я, может быть, зря остальные там часть повыбрасывал. Но все-таки часть хороших я оставил. Так что я еще с ними тоже поработаю. Вот. Поэтому тут, в принципе, тоже на самом деле оно все идет потихоньку. И вот меня больше всего радует то, что у меня очень хорошо получился вот этот вот лузговая зерновая смесь, как абсорбер. Тут вот этот лузга. Прям прекрасно зарастал. Зарастает. Мне все банки заросли. Ни одной бракованной не получилось. То есть не то, что прям хоть патентуй, но зато для себя, вот если в случае чего, можно зернового немножко сделать. Ну или на продажу. Достаточно качественно получится. Для меня сейчас качество, это вопрос такой, приоритетный, потому что есть в планах все-таки продажа материала и прочее. Поэтому смотрите, ребят, вот я вам сейчас показываю, прям вот, что называется, не дергаясь. Видите? Отлично все. То есть они все вот такие банки. Все вот заросли хорошо. Во как. Прекрасно вообще. А еще способ придумал хитрое заражение. Я же вам говорил, вот кто видел. Вот. Такие вот очередные вести с полей. Но у нас тут на самом деле событий-то немало. Я в основном сейчас на работе там с электроникой тружусь. Но поэтому про электронику я особо-то и снимать не хотел. И рассказывать тоже. Возможно, на днях еще попробую себя в качестве, ну, скажем так, вернее, не попробую, а буду подшабашивать установкой камер и прочего такого видеонаблюдения. Потому что у меня тут с деньгами совсем туго, а просить у кого-то попрошайничать. Ну, когда уж совсем припрет, тогда уж, может быть, и попрошу у кого-нибудь там, может быть, подписчиков или прочее. У кого-то же есть средства, есть возможность помочь. Вот, но пока я, мне как бы стыдно это делать. Поэтому буду стараться все на себе тянуть. Все, что получится. Что все у нас, в принципе, получается. Но вот с баночками очень круто получилось. Ладно, ребят, давайте прощаться. Вот смотрите, мы принесли тут постепенно все. Вот тут порядки наводим. С одного места туда-сюда перекидываем. Так что давайте прощаться, ребят. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Вон сколько мух насобирали. Всем пока.